Всем привет! Анна меня попросила снять видео. Во-первых, как я скинул 20 лишних килограмм. То есть тема, конечно, серьезная, очень серьезная. Почему? Потому что если разобраться, у нас строятся марафоны по стройности. Вот у меня последний, который был в апреле, замотивировал. То есть, во-первых, почему? Вот мой максимальный вес, я привез 185 сантиметров, составлял 128-129 килограмм. Вот тогда это случился первый звоночек. Я начал себя плохо чувствовать. Так как сидячая работа, толком не двигался. И вот вес быстро набрался, то есть я понимал даже из-за чего он набрался. Но вот тогда звоночек, когда стал на весы и увидел вот такие вот цифры. То есть у меня это было страшно, потому что я с армии, когда приходил, у меня вес там был 76 килограмм. То есть представляете, то, что на 50 с лишним килограмм за, грубо говоря, там 7-8 лет я набрал. То есть, это звоночек очень даже такой сильный для меня был. Я начал, ну, давненько уже, ну, как года два назад начал пытаться скинуть там порции поменьше чуть-чуть. Да, получилось у меня до 119 килограмм скинуть, и опять вес встал. То есть встал и ничего с ним сделать не мог. То есть полтора года. Вот буквально где-то в апреле, вот когда замотивировался, да, после марафона, я начал больше, вот сам все знаете, то, что начали с февраля правильным питанием. Ну, как бы, вот я то кушал правильно, то не кушал правильно, кушал ночью, потому что холодильник ночью у нас привлекательный очень становился для меня в то время. Но все равно я решил, вот в апреле принял решение, где-то в середине как раз апреля, заняться собой, то есть чтобы лучше себя чувствовать. То есть, и занимались мы тогда, кстати, с февраля, по-моему, или с января, занимались. Вес не уходил, не уходил, не уходил. Но я вот сколько посмотрел видеоблогеров, они все говорили, 95% успеха – это прежде всего питание. То есть здесь как ни крути. Что вот мои трудности какие? Я вот ночью очень хотел кушать. Вот, даже не знал, как себя одеть. Вот, дочка засыпала в 10-11, и на меня нападал жор. Я вот мог с 11 до часу поесть 2-3 раза. То есть, потому что мне наедался. Я не знал, что со мной такое. То есть вот что вот именно поменялось? Я начал. Во-первых, ночью я вообще исключил питание после 6 вечера. То есть хлеб я вообще практически убрал из своего рациона. После 6 я простую пищу я не кушал вообще. То есть 6 у меня последний рацион пищи, когда я могу поесть там, например, не суп, а там, например, пюре, гречку, рис, вот последнее. То есть с чего начинался вообще мой день? То есть я вот за последние вот как раз 2 месяца, когда принял решение, я скинул уже порядка 13 килограмм. То есть и что получалось? Я с утречка встаю, сначала выпиваю стакан горячей воды, даже не теплой, чуть горячей. То есть, ну, чтобы вы могли его выпить, не обжечься. Запомните, кипяток, он тоже вреден. То есть это нужно понимать. И я вот выпил стакан горячей воды, через полчаса я наводил кружечку вот с таким фитоконцентратом, который у нас продается, аптеку 15-715, то есть каждый день с утречка перед едой, не перед едой, за полчаса до еды, я пил вот этот концентрат. То есть, в принципе, такой нейтральный вкус, как сказать, он и не сладкий, ну и не противный. То есть пить можно типа как чайка без этого сахара. И старался, вот наши коктейльчики, все их знаете, то есть вкусные, сладкие даже можно сказать, я бы сказал, потому что я особо сладкое я не кушаю, то есть и вот это для меня даже было сладкое. Здесь банановые, то есть у нас большая линейка вкусов, то есть и все, в принципе, можно подобрать по своему вкусу. Я люблю ванильку, да, Аня пробовала банан, мы пока его оставили, потому что у нас большие запасы были других, а срок у них полгода идет, поэтому как бы вот он еще остался, это новинка была, Аня понравилась, но мы его пока оставили, скоро уже начнем, потому что мы все запасы уже по-новому заказываем, и сейчас уже скоро банановый придет.
Вообще лучше два раза в день, то есть вы утром кушаете, к примеру, да, утром покушали, нормально пишут там кашку, вот как раз из чая Family Club можете подобрать вкус каши, который вы любите там, и сделать. То есть после каши вот можно как раз не сразу же, там через 2 часа, 2,5 выпить коктейльчик, и все хорошо, то есть и там уже обедать. Между обедом и ужином можете, в принципе, что-то небольшое перекусить, там что-то низкокалорийное, яблоко, к примеру. Вот 6 вы покушали, вот как я делал, 6 я кушаю, все, я больше не кушаю, да? А после 6, если мне действительно захочется кушать, я еще раз, второй раз наложу наш коктейльчик. И... То есть, если вот иногда там 6 в 9 я коктейль выпил, а уже себя в 12 в час, то есть кушать хочется, очень хочется кушать. Как с этим справиться? То есть, многие, наверное, сталкивались с этим. Вот хочется вечером кушать. Что с этим делать? То есть, я вам заменку дам. Очень поможет даже до сна, если вы там еще будете работать 2 часа, можно за эти 2 часа выпить по стакану горячей воды. Очень хорошо снимает чувство голода. То есть и даже перед, например, перед сном вы выпили, чтобы нормально заснуть, вы уснете как младенец. И поверьте, вот самое классное, когда вы вот не кушаете на ночь, вы встаете утром, вот вы могли, наверное, заметить, вот когда вы вечером покушали, вы утром встаете, и вам опять хочется кушать. То есть вот у меня такое было, и скорее всего у всех так же. И опять хочется кушать, желудок сосет. А когда вот я перестал кушать после 6, а именно, или коктейль выпью, или горячей воды вообще можно, как бы после 6 только воду, да, пить горячую, то утром я вставал и не чувствовал голод. То есть я вот начал, даже встал, или нормально, и подъем получился очень даже хороший. То есть я вставал с хорошим настроением, я легко вставал, то есть не как вот когда покушаешь, а еще встаешь, еще ты кушать хочешь, вот такое было как бы чувство. Вот когда я начал вот по-своему все делать, следить за питанием, мне легче стало вставать. Я могу встать в 7 часов и спокойно до часу ночи проработать и чувствовать себя вообще в хорошей, как бы, по-хорошему. То есть не чувствую голода. То есть как раз вот с утра начинается опять горячая вода, горячий фитоконцентрат наведенный, и вот таким методом. И вот не забывайте, вот еще очень важное, то есть раз в неделю, лучше даже, наверное, раз в 10 дней выделить день, когда вы можете кушать все, что хочется. Почему? Потому что вот если разобраться, то когда наш организм привыкает к правильному питанию, он привыкает, он начинает, ему этих калорий хватает, и он опять начинает. То есть поэтому лучше один из 10 дней выделить и лечь от него. Съешьте бургер, съешьте чипсы, съешьте что вам хочется, любое количество калорий. Это наоборот лучше. Почему? Потому что смена питания, смена рациона на организм оказывает стресс. То есть и он начинает по-другому действовать. И это нужно вашему организму для снижения веса. То есть и еще одна поговорка, вот как раз почему я начал после 6 не кушать, а начал именно убирать еду после 6 вечера. Высказывание одного блогера: закрывайте вовремя хлеборезку. То есть пусть это такое выражение может быть пошло или как вот неуместное, но это выражает суть. Все люди сразу же это понимают. То есть хотите постройнеть там первый килограмм, вот у кого избыточный вес там большой, то поверьте, вот если вы недельку посидите, дадите вот после 6 не кушать, и сразу же вы скинете очень хороший килограмм. Но сразу же не забывайте, чатмил все равно должен быть. И все. В принципе, вот еще и выйду по этому поводу, наверное, со своей уже странички в Инстаграм. Вот сейчас они выкладывают. И поделюсь с вами историей. Вот сейчас у меня вес, сегодня взвешивался как раз, пятницу, я каждую пятницу взвешиваюсь, у меня вес 107 килограмм. То есть я хочу за
эти 7 дней скинуть 4-5 килограмм. Получится, не получится, мы с вами узнаем. Всем пока-пока.